Анонс и точная дата выхода 78-й серии турецкого сериала «Разведка». 78-я серия сериала выйдет в эфир 18 июня. Ранее в сериале мы увидели, как пока Хартли празднует победу в своей мести, Омер пытается справиться с болью от потери отца. Героическое прощание Хасана от Мака в какой-то степени облегчает горе Омера. Организация преследует всех, кто причастен к теракту. Но перед этим наступает время познакомиться с новым полевым офицером команды. Незаконченная любовь Эмера и Зихры начинает вновь расцветать. Пока Хартли думает, что избавился от своего заклятого врага Хасана от Мака, он забывает об одном. Атмака – это не один человек. 78-я серия сериала выйдет в эфир 18 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.